Во Вроцлаве откроют Генеральное консульство Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Польши. По словам Владимира Зеленского, Украина планирует обеспечить надлежащую консульскую опеку своих граждан, особенно тех, которые находятся в Польше. Разговоры об открытии Генконсульства Украины во Вроцлаве продолжаются уже более 10 лет. По разным оценкам, во Вроцлаве проживают около 100 тысяч граждан Украины, а в Нижней Силезии около 200 тысяч. Вроцлав уже давно предложил помещение для генконсульства, однако украинская сторона долго не принимала политическое решение. На сегодняшний день граждане Украины, которые проживают во Вроцлаве, вынуждены преодолевать 300 километров, чтобы получить консульские услуги в Кракове. Открытие консульства ожидается до конца 2021 года.